На первом концерте Люси Чеботиной! И наша самая любимая песня «Безлимитная любовь». Давайте поем ее. Давайте. «Безлимитная любовь, сколько хочешь бери, сколько хочешь бери, я совсем с ума сошла, ты меня обнули, ты меня обнули». Расскажи, как долго ты готовилась к своему сольному первому концерту? Дату утвердили мы в конце августа. И с тех пор началась подготовка, поиск команды, поиск танцоров, графика, все-все-все. Мы начали готовить уже, получается, с начала сентября. Кто звездные гости? Кто пришел тебя поддержать? Звездные гости, которые просто приедут меня поддержать, список огромный, то есть всех не перечислить. Анита Цой, Митя Фомин и многие-многие другие. Например, из ребят, которые будут с нами выступать на сцене, это Юркис, Ашер, Дони и Люксор. Это люди, с которыми у меня совместные треки. Расскажи о треке «Безлимитная любовь». Этот трек был написан моим товарищем, моим коллегой, его зовут Невил. И когда мне его показал, и я говорю: слушай, все классно, но вот чего-то не хватает, вот что-то не то. Я поменяла полностью куплеты, чуть поменяла слова, поменяла ритмику трека, и так получилось, что трек стал «Безлимитной любовью» таким, как он есть сейчас. У тебя недавно вышел клип на песню «Все не то», как раз вместе совместно с Юркисом. Расскажи подробнее о клипе и о песне. Ну, ты там снималась, ты видела, как происходил съемочный процесс. Честно, снимали мы очень долго. Я все хочу выложить огромный пост с тем, как это было тяжело, потому что мы снимали с часу ночи до 8 вечера, была смена, и Юра, конечно, держался молодцом, он был самый сильный на площадке, потому что мы в перерывах спали где-то как-то, кто-то приехал позже, кто-то раньше. Юра вот стабильно с часу ночи до 8 вечера держался и не спал, и, собственно, выдержала это все. И честно скажу, что это один из самых таких, на мой взгляд, успешных клипов в моей карьере. Волнуешься ли ты перед своим выступлением? Да, конечно, волнуюсь. Сейчас уже потихонечку я уже начинаю расслабляться, потому что гости собираются, уже все отрепетировали, все уже поняли, свет выставили. И самое главное, просто выдохнуть, выпить чашечку кофе и пойти на сцену. Чего ждать от концерта? Ожидать по-любому офигительных эмоций, супер крутого драйва и много будет крутых сюрпризов, потому что с Люси по-другому не бывает. Она человек, который всегда подходит на максимум ко всему, что она делает. И этот концерт, конечно, не стал исключением. А будете ли вы сегодня петь вместе с Люсей? Обязательно, конечно, буду. Какую же песню? «Все не то» с последнего альбома. А расскажите, как же проходили съемки клипа «Все не то»? О, это были интересные съемки, поскольку мы снимали весь клип практически за сутки. У нас где-то часов 20 была смена. То есть мы снимали без сна, без перерывов. Но много было всего интересного. Это был, безусловно, крутой опыт. И я думаю, что да, и для меня, и для Люси. Самая любимая песня у Люси? «Безлимитная любовь». А как вы думаете, кто еще придет поддержать Люсю? Ну, пришло уже много моих друзей, актеров и медийных личностей. И мне кажется, еще больше придут. Потому что Люся, она такая звездочка, и мы как-то с ней все дружим. И мне кажется, очень много людей придут ее поддержать. Ну, я думаю, это просто будет бомба какая-то. Потому что Люся с невероятной энергетикой. У нее космический голос. И когда она выходит на сцену, берет в руки микрофон, просто происходит музыкальный просто апокалипсис. Это очень круто. Я ожидаю, что просто весь клуб, который уже практически полностью заполнился, просто взорвется, все будут петь и танцевать. Какая самая любимая песня у Люси? «Безлимитная любовь». Я ее вообще обожаю. Все. Вот нет любимой, веришь? Все подряд слушаю, наслаждаюсь. Но больше всего, конечно, с Люксором.
И все клипы смотрите? Обязательно. Все время? Конечно, мы дружим, я ее обожаю. Для меня это лучший вокал, лучшая красота, лучшее все. Я думаю, у Люськи очень большое, великое будущее. Не планировали ли вы сами запеть, как все блогеры? Слушай, как только так сразу, ты первая об этом узнаешь. Она очень клевая, она очень душевная, в первую очередь, мне кажется, дружеская, потому что зал небольшой, и второй этаж – это все друзья и знакомые Люси. Я почти каждого человека знаю, и это круто. Она большая молодец, и буквально не так давно передала пригласительные. И очень большое количество друзей позвала. Мне кажется, это важно, потому что это некая поддержка. Это круто. Какая самая любимая песня у Люси? «Амнезия», которая вот недавно была. Мне очень нравится и клип, и трек. Как вам приглашение, которое прислала Люся с бабочкой? Я могу сказать так, что сейчас эта бабочка радует весь дом, потому что мы ее оставили на консьерж-сервисе, и все просто в восторге, и мне кажется, жизнь преобразилась в нашем доме. Я очень был тронут, потому что когда артист привозит себе сам приглашение, когда это необычное приглашение, действительно, бабочка в прозрачном боксе, она живет у меня до сих пор, и она пьет, так как и просила меня Люся, сахарный сироп. Все, что только нравится публике, нравится теперь мне. У меня новые правила. Расскажите о ваших планах, о планах на будущее. Какие новые треки, какие новые клипы? Слушайте, я всем рассказываю о том, что я протягиваю мостик между своим хитом прошлого «Все будет хорошо», который в следующем году празднует десятилетие в наше время, и выпуская к Новому году песню с таким же месседжем, с таким же посланием. Атмосфера концерта. Прекрасная, как и сама Люся. Какая самая любимая песня у Люси? Рохи, наверное. А самый любимый клип? Самый любимый клип. У Люси вообще все клипы красивые. Мне все клипы нравятся. Последний клип с Юрой вообще классный, мне нравится. Но я кайфую, когда прихожу на концерты наших артистов, с которыми работает наш лейбл «Жара Мьюзик», смотрю на их успехи, и это меня вдохновляет. Это круто. Скажите, пожалуйста, с какого возраста Люся начала заниматься вокалом? Пела она всегда, а заниматься... не знаю. Конкретно решила стать певицей на 8 лет, но это еще были детские мечты, и все мы хотим быть то космонавтом в 7 лет, еще кем-то. Я не воспринимала это серьезно, но, вот, слава богу, все получилось у нее. Как долго она шла к сольному концерту? Не все было гладко, всегда у нее что-то не складывалось, ее не брали в проекты, у нее много чего не получалось, но она не отчаивалась, продолжала работать. Пожелайте в этот день, в ее первый сольный концерт, что-нибудь Люсе. Я хочу ей пожелать, чтобы это был самый маленький концерт в ее жизни, а дальше больше, больше и больше. Итак, сегодня мы побывали на первом сольном концерте замечательной певицы Люси Чеботиной. Мы увидели и услышали множество дуэтов, самые красивые и ослепительные костюмы. И все это в нашей программе.